Даже вот у меня, у слепого, у меня развито обоняние лучше, чем у вас, да? Да? Даже я, скажем так, не могу себе позволить, я много чего чую. Нет, конечно, человеческий нос не в состоянии. Конечно. А собачий, или, скажем, там, вот, какого-нибудь млекопитающего, типа скунса, там, крысы. Ну, понятно, то есть кто носом, скажем так, живет, по большому счету. Совершенно верно. Кошки психопатов на раз различают. Это да. И начинают шипеть на них. Это запах. Ну, кошки там у них все другое, у них очень развито шестое чувство, так называем, они поэтому, соответственно... Знаешь, что мы называем шестым чувством, Андрюша? Мы называем нераспознанное пятое. Может быть, я тебя уверяю. Может быть и так. Человек вообще ни хера не знает про... Абсолютно, про самого себя. Вообще, в принципе, про физиологию, скажем так, и анатомию, не то чтобы там человека, там никого не знает. Мне всегда, знаешь, на самом деле, чего как бы огорчительно и странно. Да. Люди рвутся куда-то на Марс, еще хуй знает куда. А себя не знают, да. Да они в океане не были. Совершенно верно. Они не знают, что внутри планеты находится. Совершенно а куда-то хер-то знает, куда лезут. Потому что деньги. Может деньги. Быть, деньги, а может быть, просто уязвленное самолюбие. Вот. Ну, деньги. Деньги, бабки. Бабки. Бабка, деньги, давай, янка, млека, шпик. Курка, млека. Куровка. Да, Юра, я тебе принес на флешке, так как ты, сука, не можешь свои флешки никак завести. У меня есть флешка, я завел, если бы мне сказал, бы принес. Не важно, я тебе принес на своей, ты потом просто мне принесешь обратно. Вот. Я принес на флешке, нам это не очень важно, как дублирующий, вот так вот поставлю. Вот. Ну, на этом бы, конечно, мы снимать не могли, видишь, ну, естественно. Да, потому что тут, конечно, это просто как, я как дублирующий ставлю, это, да. Я здесь пишу звук. Я понял. Вот звук не очень я хороший. Вот. Вот. Короче говоря, я тебе принес то, что мы все писали, наши предыдущие ролики. Плюс я там один небольшой из обрезков просто сделал смешной роличек. Он смешной, тебе просто в архив личный. Да. Вот. Он называется Доктор Х. Ага. Доктор Х. Отлично. Отлично. Вот. Поэтому, соответственно, ты тому эти флешку сдам. Давай, давай. Просто... Кстати, Wi-Fi есть, так что можно чуть-чуть Wi-Fi воспользоваться. Надо вот йота не ловится, то есть Wi-Fi. Видишь, там у меня вверху полный. Причем полная шкала. Да. Так. У тебя скольки гигабайтная? Тут 2 гигабайтная. На, тут все, что мы с тобой наснимали. Ага. Так, сейчас я посмотрю, что у нас получилось. Что, время уже? Ну, мы с тобой сегодня припозднились. Да, это я припозднился, а все виной тому, что слишком рано встал. Знаешь, есть такая шняга, есть такая шняга. Вот, что, как бы сказать, когда я стою вовремя, у меня есть четкое время, что мне надо ехать и все, а тут я же встал пораньше, вот, и я думаю, что я что-то еще успею сделать, начинаю делать дела, вот, соответственно, я закончил позже на 15 минут, чем надо было. Так, я посмотрю, в прошлый раз я вообще пиздец был, какой-то непричесан, сегодня специально сделал расческу. Так хорошо ведь не причесывали. Нет, там очень нехорошо было. Там было очень нехорошо. Так. Получился прилив, а ну хрен с ним. Что прилив? Нормально? Я высохну. У меня есть такая история. Я довольно сильно потею. Ну и что? Вот из-за сердечной недостаточности. Воздуха не хватает кислорода. Поэтому в метро проехав, это обязательно башка мокрая. В прошлый раз такое ощущение было, что я месяц не мылся. Ну да. Сейчас мы еще раз я посмотрю на себя. Вот мы примерно так будем сидеть. Хорошо. Так, ну вот там я посмотрю. Мне главное, чтобы вот здесь вот было все хорошо. Да. Тут-то нормально все. Вот, ну тут ты у нас мелковат. Ну это может быть. Ну и хорошо, что мелковат. Да ну. Мы же с тобой крупные и мелкие. А, тарапунька и штепсель, я понял. Я понял. Ты говоришь, что там предположим, да, что вот связано со станцией, тут можно привязать. Давай привяжем. Да. Просто. Я привяжу. Да, это должно быть коротко, то есть не нужно здесь все рекламировать. Да нет. А нужно просто сказать, что вот такая штука есть. Да. Вот. И что, в принципе, а эти тогда предложим, что давай просто как-нибудь запишем. Вот это дело. Давай. Вот. И все. Jingle bells, jingle bells. Динго-йог, динго-йог, динго больше нет. Опа. Ну что? Ну что, садитесь. Да, усядемся. Да.
Чайок. Чайок. Йок-йок. 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 Так. Йок. Да, да, это важно, важно, важно. Да. Так. Ну? Здравствуйте, товарищи. Доброе утречко. Доброе. Или начало... день, у кого там чего? Это... Да. Доброго времени суток. Да. Сначала мы выпьем. Да, да, мы да, выпьем. Да, да. Выпьем. Компай. Компай мы выпьем. С утра зеленый чаек. Ой, с утра зеленый. Бодрит. Бодрит. Заряжает. Да, выводит всякие токсины и прочее говно. До позеленения выводит и заряжает. Зеленый чаек с жасмином. Ну, сейчас позеленеем. Вы видите, как мы позеленели сегодня? Да, вот мы позеленели. Это все зеленый чай. Да. Значит, я сегодня в бандане. Да, он сегодня... А господин Бархатов в темных очках. Да, я не всегда. А ты всегда? Ну, у меня склероз, извини. Значит, это не случайно. Мы сегодня будем говорить о боевой очень теме, очень жесткой. Тема называется стресс. Стресс же бывает, да, термический, химический, механический, наверное, психологический, да, антропогенный, да. И вот этот вот так называемый пост – это самый настоящий химический стресс, потому что биохимия организма просто летит напрочь. Надо, если человек не понимает, что он делает, всегда будет плохо. Мы каким бы благим делом он не занимался. Мы говорили про сбалансированное питание, да, про все остальное. Да, ну, на что возвращаться. Да, да, да. Поэтому мне сейчас хотелось бы выпить, друзья мои, за то, чтобы вы стали все брахманами. Или дзен-буддиновичами, с тем, чтобы не допускать попадания себя в стресс или попадания стресса в вас. Это самое главное. Гоните мир. Гоните его в топку. Гоните его в топку. Да, ну, любите его. Мир, любите себя в нем и мир в себе, и все будет хорошо. Кстати, вот насчет любви. В Библии есть такая фраза, где, собственно говоря, учат возлюби ближнего как себя самого. Не да. больше, не меньше, а как себя самого. Больше невозможно, по-моему. Нет, возможно. Возможно. Когда люди отдают больше, чем берут, это очень часто встречается. Отдают больше, чем берут, это они сразу. А потом они берут больше, чем он. Можно быть, не берусь. Но самый факт заключается в том, что человек должен учиться любить себя, и тогда он сможет любить других. Безусловно, 100%. Поэтому любите себя. А если уж вы попали в стресс, грамотно себя в стрессе ведите, грамотно выходите из него, и будьте здоровы и счастливы всегда. Как ты говоришь это слово? Лыхаем, я говорю. Лыхаем, он говорит. Да, он говорил другое слово, ну хорошо. Лыхаем. Или там как он. Ну, или как он. Так. Тонко гениально. Да, не очень длинно, кстати. 27 минут. Слушай, нормально. Я там еще маленько почитаю. Будет 25. Да. Хорошо. Да. Мы всего лишь на 5 минут превысили, с учетом кучи всякого шлака, которого я добавил от себя. Да. Тема-то сложнейшая. Тема сложнейшая. Слушай, Юра, ты мне скажи такую вещь, человек да. в бандане. Да. А ты на память какие-нибудь свои стихи помнишь? Нет. Хреново. Я, знаешь, просто чего думал, что раз мы всю эту ерунду пишем, может, мы еще будем по одному стиху записывать. Так каждый. Я могу нести с собой, чем какие проблемы. Угу. То есть сейчас мы начнем ничего не записывать. Значит, просто в следующий раз тогда. Да. Давай сделаем так. Просто меня предупредил, считай. А я то, когда ехал сюда, об этом подумал. Ну, так не я просто страшного. Подумал, почему бы нам просто не писать по одному стихотворению. Святое. Вот. И у нас будет помимо этого еще просто... Библиотика. Это я выкладываю себя, а ты бы это выкладывал в Фейсбуке. Библиотика. Да. Так, все, я это останавливаю.